На этой неделе исполняется 100 дней президентству Леонида Кучмы. 100 дней в мировой практике, да уже и в нашей тоже, принято считать своего рода итогом старта. Эту тему и некоторые другие проблемы мы и приехали обсудить с господином президентом в дружественную нам державу. Я, конечно, сегодня намного другой человек, чем тот, который был в правительстве, или даже тот, который был во время президентской кампании. Я намного, так сказать, глубже понимаю процессы все, которые сегодня происходят. С прежним Леонидом Даниловичем мы познакомились во время его предвыборной борьбы с 6 другими претендентами. Кандидат в президенты Кучма принимал нас тогда на своей фазенде о 4 сотках под Днепропетровском. Но эфирного продолжения эта встреча не имела. В старые добрые времена тот невыход программы объяснили бы ее низким художественным уровнем. В наши дни – политической нецелесообразностью. Что в переводе на русский для нас означало. Недооценили мы глубину чувств двух товарищей по партии. Как бы то ни было, сегодня Леонид Кучма президент Украины. И, соответственно, нынешняя встреча с ним происходила в более официальном интерьере. Но мы, тем не менее, не забыли о том первом свидании с Леонидом Даниловичем, когда он еще был не при исполнении, а только возвращался в большую политику. Леонид Кучма в программе «Человек недели». Ну, если честно говорить, то я не собирался действительно возвращаться назад в большую политику, потому что я за 11 месяцев наелся вот так и знаю, что это не очень благодарное, так сказать, дело. Но, с одной стороны, меня позвали, серьезно позвали, а с другой стороны, я все-таки чувствую свою моральную ответственность за то, что сегодня происходит в Украине, и нельзя в такой ситуации быть на обочине, стоять в стороне и не замечать все это. Вы политик с очень небольшим стажем. А сейчас во всех практических государствах бывшего Союза во главе стоят бывшие партийные секретари. Вы соизмеряете свои силы с возможностями, скажем так? Вы прекрасно понимаете, что я не искушен, так сказать, в вопросах таких. Закулисных я всегда привык говорить то, что я думаю. Я от этого часто и получаю. Я не хотел бы себя причислять политикам, между прочим. Это мне слово не нравится. Я когда пришел премьер-министром, заявил, что я хочу заниматься экономикой. И вообще я тут больше согласен с Черчиллем, который когда-то говорил, чем отличается политический деятель от государственного. Он сказал, политический деятель стремится победить на очередных выборах, а государственный думает все-таки о будущем, о завтрашнем дне своего народа. В отличие от вождей серьезным партийным прошлым, Леонид Данилович в политике почти новичок. Закончив в 60-м году Днепропетровский университет, он большую часть своей жизни создавал и конструировал ракеты. То, что до недавнего времени принято было называть ядерный щит страны. В 28 лет Кучма стал техническим руководителем испытаний на космодроме Байконур. В 40 – заместителем генерального конструктора КБ «Южный». Последние 6 лет до премьерства возглавлял крупнейшее производственное объединение Украины «Южмаш». После отставки с поста главы правительства был избран президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей. А 10 июля нынешнего года – президентом страны. 100 дней, которые вот-вот наступят, принято считать, ну, своего рода итогом старта. Вот как вы считаете, вы стартовали успешно? Может быть, можно было лучше? Может быть, можно было бы хуже? Как вы сами оцениваете вот этот вот маленький рубежок? Мне нравится больше западная демократия, там все получено в Соединенных Штатах Америки, где в ноябре избирается, а приступает в январе. То есть есть разбег несколько месяцев для того, чтобы можно сформировать команду и так далее. Человек всегда удовлетворенность собой никогда не будет. Поэтому наряду с хорошими шагами, которые сделала администрация в целом президента и правительства, есть, конечно, то, что даже с позиции, как говорится, 100 дней, которые 29 там, числа где-то будет, видно, что можно было сделать лучше. Когда я пришел сюда президентом, то номенклатура начала распространять сразу слухи, что да, ничего, дотерпит, там, до декабря месяца больше ему. Не усидеть. Потому что были заложены такие мины,
инфляционные с точки зрения процесс, что они сегодня только вылазят наружу. Опять же будет связывать, что пришел к чему. Видите, рост цен, инфляция выше. О том, что задавили практически производство, о том, что падение, о том, что экономику я получил хуже, чем после Великой Отечественной войны. Об этом же никто не говорит, а каждый день, так сказать, везде пытается показать, что вот раньше было гораздо лучше. 3 месяца назад имеется в виду? Конечно, естественно. Свои 100 дней президент Кучма начал достаточно традиционно для постсоветских лидеров некогда братских республик. Изобличение коррупционеров, смена администрации и ключевых министров. Главное событие первых месяцев пребывания у власти стало программное выступление президента перед Верховным Советом на прошлой неделе. Глава государства, в частности, детально проанализировал плачевное состояние украинской экономики и предложил пути ее радикального реформирования. Пока решительность Кучмы нашла поддержку у законодателей. Но далеко не очевидно, что когда наступит время непопулярных мер, привыкшие нравиться трудящимся своей заботливостью нардепы станут приветствовать президентскую жесткость. Да и сами украинские граждане, и так-то далеко не богатеющие, вряд ли готовы стать еще беднее. А Кучма им это практически пообещал. Я привык всегда, везде и всюду говорить людям правду. Есть два пути. Есть путь продолжать делать то, что мы сегодня, как говорят, делаем, то есть ничего не делать, а доедать все, донашивать все, что у нас, так сказать, осталось. Есть второй путь радикальный, он действительно несколько, так сказать. Но виден завтрашний день. Можно сказать людям, какие ориентиры есть все-таки, что будет через полгода, что через год, хотя это долгосрочная программа. Я в этой ситуации все-таки надеюсь на здравый смысл всех стран СНГ с точки зрения единого экономического пространства. Потому что, ну, все страдают от этого. Если кто-то производил какую-то технику, а сегодня она не покупается ни Россией, ни другими странами, то, естественно, рынок сбыта он потерял. Кто от этого выиграл? Скажите, пожалуйста, если российские полки, магазины заполнены иностранными товарами, кто от этого выиграл? Потому что, к большому сожалению, мы-то за все рассчитываемся с сырьем. Потому что нас же никто не ждет на внешних рынках. Ниши все заполнены до отказа. Мы можем прорываться какими-то отдельными направлениями, какими-то отдельными технологиями, которые располагают, допустим, военно-промышленный комплекс или еще другие направления. Там есть интересные темы. А просто взять, сказать, что завтра вся экономика будет лучше, это абсурдно. Очень много есть внешних факторов, от чего зависит экономика Украины. Вот я четко, ясно знаю, так сказать, это простые арифметические расчеты, что до конца года, если мы не получим где-то кредит порядка 1 миллиарда долларов на закупку только одного газа в России, Туркменистан, то нам будет очень трудно. Практически я не знаю, какой же. Я знаю, что по следующему году у нас отрицательный платежный баланс где-то 5-6 миллиардов долларов. По нашим расчетам Министерства экономики, вернее, что есть предпосылки при той радикальной программе, которая сегодня есть, без, естественно, без популистских всяких решений, то во второй половине следующего года может появиться ростки стабилизации в Украине. Но это при самом благоприятном стечении обстоятельств. И с верхами, и с низами, и с соседями, и со всем остальным миром. К проблемам президента Кучмы мы еще вернемся. Сейчас же хотелось бы вспомнить нашу первую встречу с Леонидом Даниловичем. Это была середина июня, светило солнце, зрели ягоды, цвели розы. Хозяин рассказывал о своих сельхозугодьях. Грядущие президентские выборы, конечно, тоже обсуждались, но интерьеры погоды все-таки больше располагали к общению неформальному. Президент в доме кто? Вы или жена? Президент в доме жена. Ну, жена. А вы спонсор? Как? Да, я спонсор. Матриархат в доме. Ну, ну где-то я должен просто быть дитем, а? Ну, так вот, вот я больше дитё в доме. Приходишь и говоришь, что все, я твой. А вот представим себе, что вы празднуете свой день рождения, или Новый год, или день рождения жены. А кто приходит к вам на семейные торжества?
Вы знаете, у меня, я был в Западной Украине, так мне много записок и услух. Обвинили, что я 55 лет праздновал в Москве, специально ездил. Это же такой абсурд. Страшное дело. Только мои старые друзья, причем друзья еще с студенческих лет и с первых дней работы. Больше никто. Никаких ни новых там. Как бы я там по лестнице не шел, у меня их не появилось. Я в этой части... И моя жена однолюбый. Леонид Данилович, вы модник? Или вы, в общем, так сказать, на одежду не очень обращаете внимание? Или делаете это в меру? Ну, стараюсь делать в меру, чтобы не выглядеть совсем. Совсем, как говорят, таким... у нас кто на одежду не обращает? Чересчур умные люди, да? Как-то таланты. Стараюсь обращать. Ну, у вас свой портной или вы... Да, какой портной? В магазине все покупаете? Да, в магазине покупаю, но подшивать надо. Я фигура мне не очень стандартная. Даже для этого возраста можно было чуть-чуть, это самое, килограмм больше иметь. В эфире программа «Человек недели». Леонид Данилович, вот за окном ваша усадьба, состоящая из 4 соток. Там все так чистенько, аккуратненько, клубничка, лучок, цветочки. Ваших рук дело? Это можно спросить у всей вокруг. Видите, как мы тут тесно друг с другом живем, и заводчане наши. Но для меня это была отдушина, так сказать, от всей суеты, которая была с раннего утра и до поздней ночи. А практически здесь только воскресенье удавалось делать. Поэтому все своими руками, своим трудом, так сказать, каждую травку. Я здесь отдыхал, как говорят, душой и телом. Я это люблю. Вы знаете, что я все-таки селянский сын. А к земле, по-моему, любого человека тянет. Вы знаете, что я очень люблю сам цветы. За каждой, как говорят, розочкой, за каждым кустиком ухаживаю. А потому что посмотреть клубничку. Все же рядочком, все же там... Ну, я считаю так, что если у тебя и на огороде порядок, и в доме порядок, там, где ты и работаешь на производстве или где-то, или у политики, там аналогичный будет порядок. Если говорить о порядке в политике, в частности в российско-украинских отношениях, то тогда, летом, казалось, приди к власти на Украине Кучма, и все встанет на свои места. Президенты прекратят целоваться, займутся делом, и здравый смысл победит. Разумеется, без ущерба для суверенитетов и национальной гордости. Но визит президента Ельцина в Киев отложен, двусторонний договор не готов, количество проблем во взаимных отношениях не уменьшилось. Допустим, Украина сегодня готова практически подписать договор долгосрочный с Россией. Поэтому шаг, шаг за Россией. В чем проблема? Почему Россия не готова? Я бы хотел, чтобы вы такой вопрос задали моим коллегам в России. Я думаю, что мы подпишем. Я вижу, что очень сложный график Бориса Николаевича за последнее время. И поездки зарубежные, и внутренние приемы. Поэтому... А потом действительно есть проблемы, над которыми сегодня работает обе стороны. Да и проблемы Черноморского флота не настолько непросты, чтобы, так сказать, одним махом разрубить этот узел. И проблемы внешнего долга. То есть сегодня на уровне экспертов все-таки я так чувствую, что есть взаимопонимание. А главное решение, конечно, это политическое решение, должно быть за президентами. А в первую очередь, конечно, за президентом России. Я все-таки надеюсь, что такое решение будет. Насколько я информирована, международные финансовые организации и государства, скажем так, значительно более развитые, нежели Россия и Украина, уже готовы вам оказывать помощь, вам в смысле стране. Считаете ли вы это заслугой своей, ну, своей в смысле своей команды, того периода, что вы у власти? Я считаю, в какой-то мере, да. Потому что, первое, моя программа, говорит, сегодняшняя практически не отличается от программы предвыборной. Я в своих действиях последовательный. А второе, действительно, что с первых шагов все-таки, наверное, и мировое сообщество увидело, что мы серьезные люди, и от деклараций будем, вместо деклараций будем заниматься делом, потому что мы до этого
проговорили, так сказать, а не дела-то как такового не было. Ну, а потом еще я не настолько настроен оптимистически. Да и в вашем вопросе начало. Пока только это обещание. Хотелось, чтобы вместо обещания действительно было дело. При всей не очень радостной тональности нашей беседы с президентом Украины основания для оптимизма все же имеются. Во-первых, от разговоров о реформах страна переходит к собственным реформам. И международные финансовые организации, а также государства, мировые экономические лидеры это заметили. И, соответственно, тоже от разговоров переходят к делу, в смысле помощи Украине. Как бы осторожно ни высказывался на этот счет господин президент. Команда, опять же, вокруг Леонида Даниловича, в отличие от дней его премьерства, отбирается серьезная и профессиональная. Ну и, естественно, сам президент Леонид Кучма, на наш взгляд, тоже основание для оптимизма. Помимо всех прочих своих достоинств, он умеет говорить правду и смотреть ей в глаза. Я сегодня не имею права на серьезные ошибки, потому что мне больше уж не простят.